Бриллиант – драгоценный камень, который нравится абсолютно всем. Он обладает особой энергетикой, лучшими эстетическими и физическими характеристиками, особым блеском и высокой твердостью, благодаря чему этот минерал заслуженно признан королем всех камней. И в нашей студии потрясающие серьги, причем они не просто с бриллиантом, они сегодня в очень доступном ценовом формате за счет того, что мы выбрали серебро 925 пробы. Также у нас есть вставки с позолотой, а по центру потрясающий красивый бриллиант. И будем вместе с вами любоваться этой красотой, а лучше сразу заказывать, потому что интересная история произошла с данными серьгами. У нас был гарнитур, и гарнитуры были распроданы абсолютно все, и осталось несколько пар сережек, поэтому они попали в категорию распродажа, и, соответственно, сейчас мы сделаем очень большую скидку, и вы сможете порадовать себя украшением с бриллиантом в серебре и позолоте, но при этом по рекордно низкой цене, которая уже появилась на экране. Главное прямо сейчас набирать номер телефона и уже заказывать для себя эти изделия. Это, кстати, в нашей коллекции буквально одно из немногих украшений, которое идет в ценовой политике с бриллиантами доступной ценовой политики. Самым красивым, изысканным, драгоценным камнем без преувеличения, без сомнения является бриллиант. Многие называют этот кристалл лучшим другом девушек и ценят его в первую очередь за неповторимый блеск и сияние. Мне очень нравится, что в данном формате украшений выбрали комбинацию белого и красного блеска драгметаллов. Это создает еще большую, знаете, такую даже пафосность данного ювелирного изделия, ведь по центру все-таки бриллиант, и мне кажется, вот эта огранка, которая мерцает красивым красным и белым блеском, создает особый шарм данному ювелирному изделию. Ведь на языке покупателя бриллиант – это красивейший камень, символ достатка в прежние времена и власти. Раньше носить ограненные алмазы могли только королевские особы знать. Конечно, сейчас ювелиры во всем мире создают разные изделия, но мне очень нравится, что в рамках нашего телемагазина мы можем представить украшения в доступном ценовом сегменте. Бриллиантов много не бывает, это абсолютный факт, и если вы хотите украшения с бриллиантом, с этой космической энергией, но при этом не готовы тратить сотни тысяч евро на новые серьги, обратите внимание на эти доступные украшения, но при этом, еще раз повторюсь, энергетика камня, она не меняется от того, какая каратность. Если это бриллиант, то это бриллиант, и он сияет, и он наполняет, и он притягивает богатство, и он является все равно камнем первого ювелирного порядка. Бриллиант – это равно камень первого ювелирного порядка, лучше нету, поэтому эта энергетика, она в этом украшении тоже присутствует, точно так же, как в украшениях и за 1000 евро, и за 20 тысяч евро, и за миллионы евро есть изделия, которые продаются и на аукционах, и которые носят голливудские звезды, но камень один и тот же, энергетика одна и та же, просто разная каратность, разная частота, но и, конечно же, разная огранка в плане металла. Мы выбрали самый доступный вариант, поэтому заказывайте прямо сейчас, я уверена, что эти серьги будут одни из ваших фаворитов в ежедневном вашем ювелирном формате.